органов здравоохранения. Предоставляется Гончарову Вадиму Евгеньевичу, председателю первичной профсоюзной организации СПО «Арктика». Уважаемые северодвинцы и гости города, от имени профсоюза работников АО «СПО «Арктика» сердечно поздравляю вас с 1 мая. Соблюдая традиции профсоюзного движения, профсоюзы России отмечают праздник 1 мая как день коллективных действий. И в этом году он проходит под лозунгом «Профсоюзы за достойную зарплату человеку труда». Для российских профсоюзов, для мирового профсоюзного движения 1 мая всегда был и останется днем международной солидарности трудящихся. Днем борьбы людей за свои права, за лучшую жизнь. Вместе с тем, каждый квалифицированный специалист должен получать достойную, справедливую заработную плату. Честно работающий северодвинец не должен быть бедным. Это основная наша позиция, и ее мы будем отстаивать на всех уровнях. На сегодняшний день уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом стали преподноситься властями чуть ли не в качестве главного достижения их социальной политики. Но это означает, что предприятия не только в бюджетном, но и в частном секторе должны как-то на это отреагировать, скорректировать свои шкалы заработной платы, и в большинстве из них произойдет сдвиг вверх. Для предприятий это означает рост издержек. Они попытаются переложить эти издержки в цены, то есть поднять их. Учитывая уровень наших цен в северных регионах, рост цен на товары и услуги существенно снизит реальную заработную плату. И здесь власти должны подключиться к процессу урегулирования этого вопроса. Конечно же, МРОТ надо поднимать до уровня прожиточного минимума. Но требуется просчитывать реальные последствия для работников, ради которых все это вроде бы как и делается. И хочется надеяться, что совместными усилиями мы будем делать все возможное для повышения качества жизни северян. А в этот яркий весенний праздник искренне желаю вам всем здоровья, мирного неба, отличного настроения, исполнения самых светлых надежд и плодотворного созидания во имя общего блага. Спасибо, уважаемые, с праздником! Ура! Ура! Следующее слово предоставляется Орловой Инне Викторовне, члену горкома профсоюза работников здравоохранения. Уважаемые жители Северодвинска, участники митинга, профсоюз здравоохранения обозначает основные проблемы, связанные с отраслью. Сегодня реализация бюджета Федерального областного фонда обязательного медицинского страхования может привести к тяжелой ситуации с кадровым обеспечением, а отсутствие специалистов отражается на качестве работы. Сегодня мы говорим о необходимости увеличения тарифов на оказание медицинской помощи и необходимости индексации заработной платы. Мы, северодвинцы, работаем в условиях крайнего севера, и наша заработная плата должна отличаться от других районов Архангельской области на установленный коэффициент. В настоящее время данный коэффициент практически нивелирован. Остается высокий процент совместительства как у врачей, так и у медицинских сестер. Требовать от врача и медсестры эффективной работы при нагрузке двух ставок не представляется возможным.
Это приводит к эмоциональному выгоранию. Сегодня профсоюз здравоохранения уверен, что конституционное право граждан на бесплатное получение медицинской помощи в государственной системе здравоохранения может быть реализовано только при достаточном финансировании лечебных учреждений. А качество оказываемой медицинской помощи зависит не только от профессионализма специалистов, но и от оценки их труда государством и обществом. С 1 мая всех вас! Здоровья вам и вашим семьям! Добрый день, уважаемые северодвинцы, дорогие гости! Ну, действительно, 1 мая, наверное, для каждого с детства это самый что ни на есть народный праздник. И я считаю, что это праздник всех трудовых коллективов города, трудовых династий, коих у нас тоже немало, и на предприятиях, учреждениях города Северодвинска. Замечательный праздник. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня в этот день, собрался здесь на площади. Безусловно, те замечания, которые сегодня звучат и в адрес власти, они принимаются, потому что мы понимаем, что без критики невозможно движение вперед. И сегодня мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы наша жизнь была более достойна, а наши зарплаты соответствовали тому географическому положению, в котором находится непосредственно город Северодвинск. Я хочу от себя лично, от всех работников администрации, которые тоже состоят в профсоюзных комитетах, и я тоже являюсь членом профсоюзного комитета, и считаю, что сегодня это как раз тот день, когда нам необходимо власти и профсоюзам протянуть руки друг к другу, обозначить острые вопросы и постараться их решать, естественно, вместе. С праздником, дорогие северодвинцы! Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и новых трудовых успехов коллективам города Северодвинска. С праздником! Ура! Ура! Yeah.
смелые спросили, но прими, с какого парень года, с какого парохода, и на каких морях ты плавал в морях, с какого парень года, с какого парохода, и на каких морях ты плавал в морях. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, мы ноги молдаванкой прессы, обожают кость у моряка.
небывалом. Русской души вам вновь преподносит ансамбль «Беломорье». Потому что будет. Блин, ты сборла? Войгу, шапку денешь? Thank you.
сердце прижми, ты своей назовем. Ждет свидание, ждет свидание. Люби! Ромашки, ромашки, ромашки цветы. Иду и гадаю, любишь ли ты? Иду и гадаю, любишь ли ты? Что делать не знаю, ромашки цветы. Ромашки, ромашки цветы. Иду и гадаю, любишь ли ты? Иду и гадаю, любишь ли ты? Что делать не знаю, ромашки цветы. Широким, под окном высоким, вишня белоснежная.
нежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень бравый первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень бравый первый раз идет. Он в окно посмотрит, он в окно заглянет, ни с чего за вишней не видать. Девчонку к вишне возвращается опять. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. Что это за вишня, что это за хата, что это за девка у окна? Что это такое, сердцу нет покоя, и лежит дорожка. Я сорву ромашку, сяду, погадаю. Ты скажи, ромашка не твоя. Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Под окном широким, под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень бравый свататься идет. That's it.
Браво! Сольному Поморскому краю, к нашей северной широте. Нашей с детства заповедной.